Это три грации Фонбет и чемпионата России Премьер-лига. Подлинная красота женского баскетбола в каждом выпуске. Алиса Лацгаг воодушевляется передачей за спиной, полученной от Елены Михайловой. И индивидуально разбирается с опекой Ники Лузалес. Мяч в корзине. Вот он, разрезающий воздух пас. И уже в следующее мгновение Алиса раскачивает защиту на небольшом пятачке, находит путь к кольцу и с успехом зарабатывает очки для своей команды. В принципиальных матчах, например, таких, которые в этом сезоне сложились между НБА и Самарой, каждое решение на площадке может повлиять на исход игры. Виктория Черен выходит один на один с кольцом, но делает скидку на дугу Ольги Фролкиной. НБА зарабатывает 3 очка в одной атаке и возвращает Самаре долги. А у Фролкиной в этой игре 5 из 5 из-за дуги. Здесь Дарья намок и еще не знает, что ее команда обыграет УГМК. Но разыгрывающая надежды Эшли Беверли Келли доверяет ей решающий бросок в первой половине. И Даша не подводит. Оглушительный базер оборачивается погоней и во второй половине, где Надежда впервые за 8 лет покоряется неуступчивой УГМК.